Подрядчика для благоустройства микрорайона Мишины 3 определили в Петропавловске. Муниципальный контракт планируют заключить в ближайшее время. Проведена новая закупочная процедура. На данный момент закупка состоялась, она проходила 24 июня. Заключение контракта, поскольку закупочная процедура состоялась, был один участник, и в принципе на данный момент планируется заключение с ним контракта, произойдет 4 июля. То есть, учитывая, что у нас несколько сместился теперь срок производства работ, планировалось к ним приступить с 15 мая, задача перед подрядчиком стоит сразу же после заключения, не ожидая, там, не раскачиваясь, приступать к работам фактически уже с 5 июля. Контракт будет заключен на 2 года. Физически выполнение всех работ планируют завершить в 2024 году. Мы, воспользовавшись моментом и, вот, скажем так, переторговкой второго этапа, понимая уже всю фактическую геодезию по прошлому году, скорректировали объемы по тротуарным зонам, пешеходным и ливневым канализациям. Собственно говоря, это учтено вот в новом теле муниципального контракта, в техническом задании. Задача стоит выполнить в полном объеме все благоустройство в этом году и уже в следующем только осуществлять финансовые расчеты. Тем не менее, поскольку сроки достаточно сжаты, возможно, какая-то часть минимальных объемов будет перенесена на следующий год. И, собственно говоря, доделки будем уже осуществлять в году 2025. Но, тем не менее, повторюсь, основная задача, и подрядчик это понимает, и заказчик службы автомобильных дорог, мы должны сделать в 2024, как и обещали жители. Планируется выполнить порядка 50 тысяч квадратных метров асфальта и порядка 15 тысяч квадратных метров озеленения и другие работы. Будет благоустроена территория жилой застройки от улиц Автомобилистов и Ватутина, включая проспект 50 лет Октября.